Привет, дорогие друзья! Это Хоббит-отшельник. И сегодня я расскажу вам о пирамиде культурного питания. В самом низу, в основании этой пирамиды, лежит представление о том, что еда – это есть энергия для нашего организма. Это значит, что первое и основное, как мы должны смотреть на еду, это сколько она приносит нам калорий для жизни. Например, энергетическая ценность картофеля составляет около 77 килокалорий на 100 грамм. Мясо же вдвое калорийнее картофеля. А горох в два раза ценнее мяса. На второй ступени находится представление о том, что энергия поступает в организм в виде белков, жиров и углеводов. И приходит понимание важности их соотношения. Например, в картофеле 2% белков, почти нет жира и 17% углеводов. В мясе 26% белков, 3,5% жира и 0% углеводов. А в горохе 20% белков, 2% жира и 53% углеводов. На третьем уровне пирамиды культурного питания лежит представление о витаминах, о том, что не все белки одинаково полезны, и другие культурные высоты. А четвертый уровень пирамиды культурного питания – это уже космические высоты, чистая эстетика и этика. Вот для начала и все, дорогие друзья, о пирамиде культурного питания. Всего вам хорошего и питайтесь разумно!